С этого года Федерация футбола будет больше освещать футбольные моменты и интересные моменты игры, нарезки, также выносить решения КДК в информации. Эту информацию смогут любители футбола смотреть в ВКонтакте. Группа будет называться «Чемпионат Абхазии по футболу», и в Фейсбуке, там страница «Федерация футбола Абхазии». Также мы нашли возможность зарегистрировать уже чемпионат Абхазии в интернет-сообществе «Goldstream» называется. Там мы будем вносить все команды нашей республики. Пока вы в высшую лигу, мы начнем этим заниматься. Будут фотографии футболистов, их не все данные. Будут также нарезки интересных моментов, голевые моменты. Также будем туда выставлять все футбольные наши результаты. Мы начали заниматься освещением чемпионата вплотную, поэтому мы сделали логотип чемпионата. Это тоже на сайте вы будете видеть.